Совещание, где также шла речь о застройке территории рядом с ЦУМом, прошло и в мэрии Волжского. На нем руководство муниципалитета представило проект, по которому ведется реконструкция этой части города. Как изменится площадь перед центральным универмагом после завершения строительства, знает Людмила Кухарева. Центральную площадь города надо привести в порядок, уверенно заявляют жители Волжского. Картина, которую они видят сегодня, не внушает оптимизма. Потрескавшийся асфальт, почти засохшие деревья, старые киоски. А нужно, чтобы город имел красивый, современный вид и комфортную зону для отдыха. Хотелось бы в непогоду укрыться, потому что здесь остановка длинная. Останавливается очень много транспорта. Ну вот здесь вот крыша есть, а там дальше нету. Много зеленых насаждений, чтобы красивый ровный асфальт был, лавочки, красивые киоски ровно все стояло, все красиво было. Все это уже предусмотрено в проекте реконструкции площадки рядом с ЦУМом, объясняют в мэрии Волжского. В недалеком будущем здесь появится современный архитектурный ансамбль, который будет выполнен в едином стиле. Чтобы в едином стиле, в едином виде те же собственники на своих, значит, смогли провести реконструкцию, как хотите, я не знаю. Но основная задача, что еще и большое благоустройство по отношению к своим павильонам в районе универмага сделать. На этих слайдах видно, как будет выглядеть площадка перед ЦУМом после реконструкции. Городские власти акцентируют внимание, что на месте киосков теперь появятся новые павильоны, в которых удобно совершать покупки. Рядом с ними планируется построить навесы, которые смогут вместить больше людей, чем сейчас. А в ночное время зону отдыха будут освещать десятки светильников. Каждому арендатору прописано количество и площадь объектов благоустройства, что они должны делать вплоть до количества деревьев и площади газона в клумбах, которыми должны посадить. Арендаторы со всеми этими условиями согласны и уже готовы приступить к освоению данных земельных участков. С новым обликом площади перед центральным универмагом жители Волжского смогут познакомиться на информационных стендах. Городские власти намерены разместить их на остановке, где сейчас уже ведется строительство нового павильона. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».